Справа Кремль, это музей Ленина был, который сейчас вот. Это очень странное здание, страшно. Это гостиница Москва была. Вот концерт такой, да, затем налево. Это сейчас, по-моему, Госбанк. Ну, здание на самом деле тоже старое, хоть и выглядит новым. Прямо 3 километра. Три? Это Горького, да? Садовому у нас. Впереди камера. Ну ладно, пускай. Тоже не помню, на Пушке есть левый поворот? Нет, я отвернула. Сеня, а турист гостиницу снесли, да, сейчас? Нет, она вот слева была. Была вот сейчас, да? Да, да, да. Там какой-то хитрый поворот. Ну, куда-нибудь лети, а потом... Есть там. Пешком на бульвар. Нет? Ну ладно, пошло. А? Не будет здесь. Нет, не успеет туда. А. Да не факт, что покажут. Они же просто там переходят. Просто я не помню, на Пушкинской есть потом левый поворот или нет. Вот сейчас вот, то есть правый будет, а левый потом будет или нет, я не знаю. На Садовом есть. Да нет, что давай, Садовый, как он нас видит, открыть. Это бульварное кольцо, это вот парень Пушкин. Да. Бульварное кольцо, он Пушкин. Да, да. А вот слева этот английский. Который в горе от ума. Да, вот он. А этот армянский ресторан сейчас есть этот? Армения магазин был там рядом с Пушкинской, сейчас нет его. Так, сейчас там направо где-то надо выйти. 1,5 километра? Нет. А, подожди, там есть, да, тоже есть хороший. Согласен, согласен. Можно, да, можно. Я просто не знаю, если я... Можно там, да. То есть рядом с Белорусской все правее, чем что-то. Отлично. Вообще это более-менее. Это Тверская? Это Тверская. Степень иллюминации изменилась там. А? Да, да, очень сильно подсветили, да, маску смотрели. Да, очень иллюминация, зашкаливает подсветка. Да. Театры все остальные. Совсем по-другому все. Смотрите. Все очень празднично. Мы сейчас не по этой едем, а направо. Перед мостом. Нет, даже... Белорусский вокзал сейчас здесь, слева, да, будет? Да, слева, да. Смотри. Мы с Белорусского в Европу все время ездим. Наш любимый вокзал. А потом где-то. Ой, здесь, во-первых, можно до этого сами доехать. Ладно, поехали прямо, и там налево. Должен быть налево. Ну почему нельзя поставить? Потому что я не буквы не вижу, не буду плачу.
видимо, около бутылки. Перетекает, да? Что за жажда крови такая? Это кафе такое? Ресторан, например. Ресторан. Ибо техника в руках тикаря, кусок железа. Чего ж ты так себе... Чего ж ты так себе не любишь? Простите, это факт. Через 100 метров на светофоре поверните направо. Почему направо? А потому что мы после левого поворота... Бла-бла-бар, какой красивый здание. Бла-бла-бар? Ну, там здание. Да, что это за здание? Да, сколько? Можно еще вперед поедем где-то? Лучше перестроим. Ни хрена себе, гнал-гнал, говорит, можно перестроить. Я бы там пролез. Дальше едем и где-то правый поворот в этот момент. Пойдем, ну не хрена, как всегда, но я не знаю, сегодня. Что сегодня завтра? Ну, смотри, храмик там в глубине какой. Да потому что мы, я не знаю, что мы стоим тоже. Едем. Да. Потом где-то будет по троллейбусной линии правой поворот. Ага, ну, так мы тогда правильно едем. Сейчас направо. А, вот здесь не помню. Нет. На музей когда ходили, сказали. Что, нормально? Ты что? Это вообще не здесь. Разве это здесь? Да, мы это шагал. В принципе, не идем. Ничего такого не было. Через 300 метров поверните направо.